В звездном городке этим утром проводили на Байконур экипаж очередной экспедиции на МКС. В основном составе на станцию уже 15 декабря отправятся российский космонавт Юрий Маленченко, американец Тимоти Копра и британец Тимоти Пик. Он станет вторым в истории Соединенного Королевства астронавтом, кто побывает на орбите. Кстати, в качестве талисмана Пик возьмет на борт автобиографию Юрия Гагарина. Эта книга уже была на МКС в 91-м. С собой ее брала первая в Британии астронавт Хелен Шарман. На страницах расписались все участники того полета.